Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве iPad mini 2021 года изменить язык системы. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем раздел основные, затем язык регион, язык iPad. Можем выбрать из вот этих вот предложенных нам языков, давайте выберем, к примеру, украинский, нажимаем дальше. И после этого, после изменения мовы, язык системы станет украинский. Если же хотите поменять его обратно на русский, переходим в параметры, загальни, мова и регион, мова iPad, и выбираем русский, российско. Далее. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!